Одной из главных тенденций, существующих в России сегодня, стало стремление к укреплению основ гуманистического общества. Вновь заговорили о том, что главной ценностью государства является человек. В свете этих тенденций в столице нашего государства создана авторитетная научно-практическая организация – Академия социального гуманизма. Президентом новой академии избран доктор экономических наук, академик Российской академии образования Лев Пантелеймонович Кураков. Это новая его активная общественная работа позволит ему еще больше раскрыть свой талант руководителя в сфере науки, в сфере образования, в сфере вообще социального положения человека на нашей планете. Лев Кураков обладает серьезным опытом в области теории и практики социального гуманизма. Этот опыт востребован на самом высоком уровне и позволяет решать сложные инновационные задачи, стоящие перед новой академией.